процесс пошел. Ставил донг и уже такой небольшой пляж здесь. Песок удобно закидывать. Дедовский метод рыбалки. Будем ждать, клюнет или нет. Начал готовить приманку для фидера. Геркулес. И тут еще приманка какая-то, подкормка. Комочек. Так нормально. Угу, рассыпается. Вон геркулес, такие хлопья. Запах вкусный. Донки все стоят ровно. Никакого движения не наблюдаем. Не знаю, рыба есть, нет там. Вроде получилось. Геркулес. Хлопья геркулеса. С готовой прикормкой. Что творится? Рыба будет подходить. Смотрим, что поймаем. Вот прикормка такая. Фиш дрям. Фиш дрям. Он идет Дунаев, да, Дунаевский. Дунаев производитель какой-то. Не успели закинуть. Уже поймали одного лещца. Сейчас продолжаем. Делаем второй заброс. Рыба уже подошла. Посиди, пойди. Вроде как-то посидит. Красноглазик.
лет. Буквально сразу активный клёв сегодня. Крупной нету, но подошла. Рыба подошла. Радует. Буквально пару секунд. Все. Уже рыба на крючке. Очередной красноглазик. Понятно. Есть или нету там. Есть. Мелочь. Трофея не видать. Одна мелюзга. Облетела. Пьянка. Пьянка. Нормальный червёшек.
Флейта. Это, конечно, не очень так радует. Утро второго дня. Идем с напарником ловить щуку. Взяли с собой спиннинг, двухметровый, китайский самый простой. Вон такая снасть, приголовка с желтым силиконом, уловистая снасть. Щука стороной не войдет. Будем надеяться, что поймаем кого-нибудь. Солнце только встает. Птицы поют. Запах травы, роса. Здесь небольшое озеро. Утки плавают, наверное. Сейчас июль месяц. Скоро уже полетят в августе. Нам еще топать 2 километра. И будем по течению спускаться. Заодно будем проверять донки. Вчера ставили. Может, что и попадет. Давай внимание, как нас жрут. Вон гриб. О, это надо заснять, зафиксировать. Июльский гриб. Смотри, свежий, чистый. Это мечта грибобаса. Мы не будем пить его. Мы идем на рыбалку. Маме до грибов. Вон еще один. В наших краях также появились кабаны. Вон следы их не. Что-то копают, ищут. Раньше такого не было. Пройдут миграцией. Вот так они. И здесь тоже вон копали. Вон даже бревно как-то вытолкали. Интересные. Уже не так далеко. Нам осталось идти. Здесь небольшой мост. Течет ручей. Вот вроде с Йоль. Вон. Сюда тоже рыба поднимается. Вверх по течению. Жарким летом. Вон то. Туда. С запада течет. Ну, какая-то утка там. Комаров, конечно, куча. Все для интереса. Надо заснять, что за утка там плавает. Где-то тут, наверное, кормится он. Не удастся, нет. Заснять. Нифига, ушел, ушла утка. Нет, там игрок, по-моему, называется. Да-да-да, вон там, дальше. Вон там пусто. Мама, как будто раненая, приманивает меня. Вон птенцы где-то здесь они. Вот.
Вон. Одна штучка только. Еще не летает. Вон вторая. А мама там тоже крякает. А, вон. С этой камерой, конечно, не заснять. Да, утки. Первые утки осенние видели. Он приманивает, отвлекает от детей своих. Он клюет. Он полетела и он как будто раненый. Ладно, гуляйте, плавайте. Мы находимся на реке. Здесь не глубоко. Видно дно. Будем ловить. Вверх течение Нишера. Будем идти по течению. Будем пробовать что-то поймать. Напарник кидает спиннинг. Пытаемся поймать хариуса. Пока ничего нету. Может, рыба не берет. Наелся уже. Ловим на вертушки. Бепсовские. Тишина. Нифига не берет. Тут чья-то избушка старенькая уже. Смородина. Лесная, красная. Ягоды. Ужас. Сколько витаминов. Осенью можно увидеть лесу. Уже спелая. Вкуснятина. Вкусно. Река, рыбы нету. Идем дальше. Поели немножко. Там тоже избушка. Раньше здесь траву косили, а сейчас уже все заросло. Вон какие березы. Везде следы кабанов. Выкопали все. Избушка. Вон сколько ягод. Только смородины. Очень много их. Висят аж как виноград. Нужно собирать. Заморозить на зиму. Свежемороженое очень вкусно. Вон. Сколько их. Очень-очень много. Птицы уже все будут кушать. Вон. Крупные такие ягоды. О! Здесь кислятина.
нельзя. Ух, кислые такие. Там был кустик сладкий. А тут уже другой сорт. Китайский, наверное, какой-то. Да ты смотри. А шомада. Уф. Бесконечность. Там вдали еще больше. Очень много ягод. Река мелкая. Везде коряги. Дошли до очередной избушки. На каждом повороте у нас избушки возле реки. Сейчас зайти посмотреть, что за избушка там. Одно окно. Просторно здесь. Зайдем внутрь, смотрим, все чисто убрано. Маленькая печка, из кирпичей сделана, матрас, одеяло, все на месте. Даже лампа вон не убрана, ставили, доваряют, вроде сейчас. Спокойно все, не крадут друг у друга, после себя все убирают, все чисто, как и должно быть, чисто, в порядке, убрано, отлично. Закрываем. Закрываем. Кота запертим, да? Местечко Пелявач. Целое поселение здесь. Несколько избушек. Всяко разных. Там, на том берегу. Тоже избушка. Даже очень большая. И тут хозяин куда-то уехал на лодке. Здесь траву покосили. Уехал. Избушка на замке. Какие-то травы собраны, лекарственные, наверное, для похудения. Это женщины собирают. Баня черная, наверное, как и у всех. Тут толчок, там еще избушки. Сено никто не косит, никому трава не нужна, скот никто не держит, все собирают ягоды, не до сенокоса людям. Здесь баня тоже высокая, посмотреть. Баня по-черному. Здесь печка и нары. Все, больше ничего нету. Затопишь и можешь мыться. Баня большая, высокая.
везде навес возле каждых избушек. Давно уже хозяина не было, видимо. О, как ни странно, тоже с замком. Тоже замок висит. Крыша уже тоже надо менять андулин. Покрыть андулином. И речка Нижера. Очередная избушка. Печка, конечно, ветром трубу сдула, наклонилась труба. Навес также. Глина уже подготовлена. Приготовлена. Они взялины. Здесь еще цивильнее, цивильнее, холодильник уже есть. Культурно. Печка новая. Печка была другая в прошлом году. Ковер, трассы, все на месте. А вот печка другая. Печка новая тут. Недоделанная, видимо. Не закрыта еще там. Для меня, конечно, чуть-чуть низковато. Нормально все. Холодильник я спи, ящик там видим. Ну, цивильные аланы. А мы рано. Станция включится, да. Осталось до нашей лодки. Пойдем дальше. 3 часа рыбалки. Поймали одного хариуса и один окунь еще. Все. Ничего не ловится. Еще по пути будем проверять донки и сматывать удочки на сегодня. Какова такая? Вдали одна донка видна, поплавок. Моя лодка, только донка. Сейчас будем проверять идти. Где же наша донка? Солнце уже высоко. Донка уже близко. Ну-ка, давай сними. Вон наша донка. Вон дали еще донки. Вон. Это везде. Донки не вчера ставили. Смотрим. Поплавок не шевелится. Или зацеп, или же... Немножко с канавочками длинным. Кусачима. Кусачима. Сидит один еще лопочка спускался. К сожалению,
Я пиздюку. Вот бляха. Лепучки. Чуєма? Ще. Ушла вон. С крючком что сделано? Как его? Карабин открылся. Ё-моё. Видимо, какая-то рыба здесь была. И все. Жалко. Шанс был на трофей на рыбу и карабин подвел меня. И это тоже вон следы зубов. Видимо, щука здесь была. Да, ушла рыба. Рыба ушла. Последняя надежда. Надежда уходит последней. Такой же. Это я чуть-чуть здесь выломал. Я сейчас не вытекать, сейчас же хватит. Тишина. Немножко покусали жилку и все. Следы. Дохлая уже. Почти. Укусы. Следы. Щуки. Все. Рыбалка закончена. Домой. Давай, кидай. О, красивый заброс. Отличная щука там. Затаилась. Рыба Абу. Будем искать дальше. Так, целый день. Второй день уже ищем щуку. Аккуратно возле травы блеснуем. Вон тучи уже собираются, дождь, она будет. Давление меняется, а жора нет. Как это достала рыбалка. Ой, против течения аж поднимает нас. Ветер усиливается. Не, не, все горло. Не, тетя неудобно. Сейчас, на одни как раз. О, то на четкое место. Только с четкое место сейчас. Скорее. Очередной заброс. Ничего нету. Рыбы нет. Река Нившера. Рыбы нет. Надо на Печору ехать. Ну, Озненем ло. Там мартон. Ну, это практикант.
Пока не каждый раз получается. Даю уроки. Ой. Как правильно держать удочку там, как закидывать. Нифига не ловится. Растет кокос. Все. Конечно. Начинает штормить. Остались еще 6 донок. Вчерашних, где рыбу ловил на фидер. Там еще проверить. И будем собрать грибы, морожку и домой, если дожди не начнется. Ну что, на сегодня хватит. Порыбачили, поймали один окунь, окушок, матросик, как еще его назвать? Гигантик еще есть. Хариус. И все, две рыбины. До обеда с 4 часов порыбачили. Река какая-то мутная. Сейчас собирается. Может будет. Уже возле избушки, готовим кашу на костре, здоровая еда. Каша пшеничная, наверное, какая-то, в пакетиках. 3 пакета варим, будем кушать кашу с маслом, с хлебом. Ветер сегодня, конечно, сильный. Костер сдувает. Тоже навес. Тоже навес, как и у всех. Там баня у меня. И вот сама изба. Дача. Деревенская дача. Будем разделывать рог. Что получилось? Крупа пшеничная, оказывается. Корнечком куда сестала? Кто-то гречку любит, кто-то оно. Так. Так. Удобно. Не прилипает. Тебе рог. Кашу маслом не испортишь. Все. Будем кашу кушать из топора. Обалдеть. Проверяю донки. Сейчас посмотрим. Thank you.
успел. Язь. Язь. Зачастую встречаются вот мальки. Вон. Лежат дохлые. Сегодня еще окуня видели. Сантиметров 10, наверное, длина. Не знаю, от чего они дохнут. Аномалия какая-то. Что-то с природой не так. И нередко так встречаешь. Чего не знаю. Ветер усиливается. Проверили все донки. 6 штук. Попался один под язик. И все. Лодку оставляем. До следующего раза. Погода портится. Идет процесс жарки. Здесь уже все разделано. Куски рыбы. Язь, хариус, плотва. Будем жарить, как его, с мукой, на муке, на растительном масле. Сейчас попробуем. Вон. Так, сперва мелкую рыбу. Вкуснятина такая. Вкусняшка. Мелочь такая. Это уже язь пошел под язик. Немножко так надо, чтобы не пригорело. Процесс идет. Жарим семечки. Так называю я мелкую рыбу. Вкус, конечно, обалденный запах. Запах, конечно, обалденный идет. Духовность рыбы я определяю тем, что вот когда жаришь, там кожура от рыбы там начинает отходить. И после этого я убираю со сковороды. Вот и все. Пожарили. Золотистой корочкой получилось. Очень вкусно. Ловите рыбу, не ленитесь, ходите на рыбалку.